В поселке Мелехово Ковровского района сбили двух пешеходов. Как сообщают в пресс-службе регионального МВД, 13 ноября около 6 вечера на улице Первомайской произошло ДТП. По предварительной информации, водитель 91-го года рождения за рулем машины ВАЗ-2108 ехал из Коврова в сторону федеральной трассы М7 и сбил мужчин 76-го и 92-го годов рождения. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения. Один из них был госпитализирован в медицинское учреждение, второй направлен на амбулаторный лечение. По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Происшествие вызвало большой резонанс в соцсетях. Напомним, это уже не первое ДТП на улице Первомайской. В начале сентября в Мелехово произошла трагедия. Водитель насмерть сбил двух детей, перебегавших дорогу по зебре. На место трагедии выезжал даже губернатор области Владимир Сипягин. Переход, где погибли школьники, оборудовали лежачими полицейскими и светофором. Мужчин-пешеходов сбили неподалеку, на другой зебре. Пользователи соцсетей сетуют, что этот переход находится возле школы и не оборудован дополнительными средствами защиты. Кроме того, жители Мелехова возмущены, что водители-лихачи продолжают гонять по поселковой дороге, игнорируя правила безопасности.